Доброго всем здоровья, с вами Кипи. Мы продолжаем прохождение Dead Space 3. В прошлый раз мы попали в этот инопланетный мир и остановились вот в этом месте. Тогда проходили бонус-миссию очень долго. И я искал, где можно чекпониться. И нашел. Так, ну что, сейчас мы посмотрим прогресс игры. Это у нас глава 17. Так. А тут чего у нас? 3 артефакта. По идее, 3 инопланетных артефакта. 2 записи. 1 запись. А, всего собрано записи. Текстовые записи 1 осталось, и аудиозапись 1. И модуль оружия 2. И 2 цепи. Ух, сколько всего. Ведь все не найдем все равно. Так, о, я что-то там вижу. Несложно, не это заметить, не так уж легко. 2 перезарядка обойма, круто. А, типа сила становится больше. Ух, как его. Все, на кусочки сразу его растерзалось. Так, у нас тут генератор. Гардероб и... Ой, нет. Так. Ты будешь попадать в них? Так, а у меня второй, это что оружие? Какой-то обычный, я уже не помню. Так, тяжелая компактная станина. Круто. Так, надо запустить генератор. Ништяк. Открылся гардеробчик, давайте зайдем. Че нам тут предлагают? Так, костюм. А у нас элитный костюм, да, по-моему? Или нет? Элитный у нас или нет? Я что-то уже не помню. Ну, давайте. Посмотрим. А он тогда, мне кажется, показал бы, что у нас, типа, это... Костюм уже одет. Ну, сейчас посмотрим. Ладно. Улучшим X. Так, улучшено. Улучшено. А, вот тут вот. Преобразователь нужен немножко нам. Ну как немножко, блин. Да хрена, блин, 400 надо. А у нас 119. Так, зайдем в станочек. Посмотрим, что у нас тут новенького. Тут цепи, по-моему, понабрали, да? Компактная станина. Я думаю, продать сейчас все, что у нас есть, все равно больше уже не нужно ничего. То, что я оставлял на случай. Ох, да, мы добрали тогда. Ух ты, обалдеть, сколько всего. Цепей набрали. Сейчас, я посмотрю, что тут еще интересненького. Блин, слушайте, а тут дофига всего. 357. Пайн револьвер, о, трубки. Дротикомет, последний снаряд, разрывной, стоящий ущерб взрыва. Когда он? Не злись, вливайся, может изготовить на землю типа сетей. А что он дает? Да, сколько всего. Металлический гром. О, чуть-чуть вольфрам надо него. Ух ты. Металлический гром, прикольно. Вот так. Сейчас продадим. Так, обоймы. Вот надо аптечечка. У нас нифига нет аптечек. Так, вольфрамовый торсионный вал.
Продать он нам не нужен больше. Так, 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 сейчас. Сейчас все будет. Все будет, сейчас, секунду. Вот. Так, ладно. Вот, короче. Продай, да, это все. Оружие. Или не продать, или продать. Блин, я не знаю. Тут столько всего, до жопы. Подрывной модуль. Вообще меня все устраивает то, что есть в данном случае. Вариатор. Для сборки нет частей. Самозаряд. Слушай, автоматически. Блин, а мне что-то это не нравится. Самозаряд. Для нанесения меньше урона огнем. Кислотой. Во. Электризуй заряды. Кислотная ванна. Вот, давайте вот это попробуем. Так, сейчас, другое оружие. Надо цепь посмотреть, что там с цепями у нас. Вообще у нас оружие, в принципе, неплохо так прокачано. В принципе, я доволен. Электромагнитный ускоритель. Вот здесь много чего есть. Нет. Лишний патрон, защитный кожух. Импульсная волна. Так. Два перезарядка. То есть... Два перезарядка, то есть два урон. Так, два урон, темп стрельбы. Два урон. И все. Так, секунду. Два перезарядка. Так, два урона плюс перезарядка. Два. Два урона плюс перезарядка ставим. Два урона, так. Ставим два урона плюс два обойма. Два обойма плюс два... Так. Два обойма плюс темп стрельбы. Темпа стрельбы нету, что ли? Вот. Два перезарядка плюс темп стрельбы. Вот. То, что надо. Так. И на другом оружии сейчас посмотрим, что там можно поменять. На первом. У нас просто до чертиков этих цепей. Так. 2-2. Так. 2 обойма плюс перезарядка. 2 обойма? Нету пока. Так. Вот, один тенсор, один урон. Да блин. Два тенсор, два тенсор. О, отлично. Я думаю, цепей продать, что ли? Просто до жопы ее. Причем по несколько каждого вида. Два урон, два обойма. Да нет, я все продаю, меня все устраивает.
Если тут что куплю. Крайне. А, ну все. Так. И сейчас посмотрю, что там еще за оружие такое у нас. Доступно ли? Во, металлический гром доступен. Так, секунду, еще что тут? Принудитель. Ух ты! Перехватчик атаки. Булпап с гранатометом и сферной защиты стрелка отпражнен для захвата боеприпасов. Прикольно. Ух ты, блин. А у нас пос... а у нас все доступно, кстати. Любое оружие можно. Прерыватель. Так. Вот. Жаркая смерть. Сейчас еще посмотрим. Когда парализатор. А, ну это нет. Братиками. Безнадега. Потрошитель. Электро... А, инструмент для ремонта. Давайте попробуем создать жаркая смерть. А, труборез это, да? Ой, нет, не жаркая смерть, металлический гром. Разрушительная смесь из... Ух ты. Ракетный снос. Защита от случайного травм-пользователя. Да, у него, блин, этот урон, правда, маленький. Так, миллионер. Принудитель. Или вот создать... Сейчас, какой-то еще мне понравился. Вот. Бупап и гранатомет. Бупап и гранатомет. Модифицированный для защиты стрелка. Сумма винтовка для совместного боя, аркадный для пружинки. Ну давайте попробуем создать. Блин, сейчас все время потрачу на этот станок сраный. Вот. Так. Наверное, так, если не ошибаюсь. Я просто, блин, не хочу тут еще оружие это разбирать, если честно. Стоп. Пулемет. Пулемет, ракет. А у меня, в принципе, то оружие-то и есть, булпап. Булпап и ракетная установка. Не понял. Секунду. А, оно у меня есть уже. Нет, тогда не будем его создавать. Или стоп. А, это металлический гром у меня. Это у меня булпап уже есть. Все, я что-то туплю немного. Ой. Так, Дмитрий. Защитный кожух стоит. Да. Метрический зонт. В принципе, здесь уже все. Изучатель тест. Плазморез стрелкового оружия. Магнитола. Троидальный дифрактор. Ну-ка, посмотрим, что какое, хоть стреляет оно. О, слушайте, а мне нравится. Может, оставить его? Давайте-ка его оставим. Я сейчас то разберу, но тут все равно ракета то же самое. Разбираем. Так, ставим.
А, давайте здесь поставим обязательно обойму. Так, два темп стрельбы, два обойма. Так. Сюда ставим обоймы. Два урон, два обойма. Перезарядка. Темп стрельбы. Урон еще надо поставить. Два урон. Два урон, два перезарядка. Так. Два перезарядка плюс обойма. Нет, обойму я хочу туда вниз поставить. Два урона. А я сейчас создам. Два урона и два темп стрельбы. И все. Так. Два урона, два темп стрельбы. Чего-то нету, чего мне надо. Два урон. Вот. Так, а теперь здесь ставим. Значит, что у нас здесь? Два темп стрельбы и обойма. Обойма. Так, два. Урон. Стоп. Два темп стрельбы и обойма. Два перезарядка плюс обойма. Два перезарядка плюс урон. И еще на урон что-то надо поставить. Два урон. Два темп стрельбы. Так, а это удаляем. Ну, продаем. Все. Слушайте, у нас вообще, наверное, круто. Тяжело. А у нас какая стоит? Тяжелая эликтная станина. Вообще вот это все добро можно продать. Круто. Нижний блок я что-то сделал. Я что-то удалил, ребята. У меня, по-моему... А, да, у меня вот стоял сейсмонализатор. Ой, а почему у меня 4 цепи только? Не понял. Стоп, 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 еще раз. Опта. А, ну тут. Сейчас все цепи просто поставим и все. Я их убрал же цепи-то. Слабо хоть это. Очистил. Все, все. Вроде все верно. Ладно, пора выдвигаться, а то я очень много времени потратил на станок. Даже жопа много. Сейчас посмотрю, что здесь получилось. О, нормально. Ага, и здесь. Всего два крутых оружия. Жалко, только вот здесь всего три гранатомета, обойму. Бум, прибавить. А можно обойму прибавить побольше? Обойма. Два обойма.
2 перезарядка, 2 темп стрельбы. Два урона, два обойма хочу. Два урона, два обойма. Блин. Все. Все, все, выдвигаемся. Это точно. Это точно. Четыре, да? Четыре. То есть на один всего прибавляет. Ну ладно. Пойдет. Так, вызываем лифт. Ой. Что тут какая-то тварь? О, эти свистят, блин. Ну. Так, то загадку, ну, да? Сейчас решим. У нас этого 100. Вот она с этой стороны решить загадку. Сначала. Так, вниз. О, какие твари вообще. Ты чё же? Блин, не ту вилюта. Что это вообще такое, блин? За эластичные эти. Так, и по бокам они, да? Правильно, нет? Ну... А чё ж тогда в тот раз не открылось? Ранее же было. Хм, странно. Меня кто-нибудь встретит? Зато испытаем оружие. Тот еще к нам идет. Иди сюда. Сволочуга. Нормально. Я больше потратил. О, нет. Валим. Не удалось мне. Так, а сколько у меня хелов-то? Посмотреть нельзя. Что это там такое, ну-ка? Окна? Удивительно. Так,
две. Тут вот что ли можно поставить? А, это, наверное, там, да? Вверх. Одна вниз. Одна. Вроде так, да? Тут дверь откроем. Отлично. Вот здесь вот может. Хотя уже не нужен, но, если честно. Так, если только вот для аптечек, для обоим брать. Так, так уже не надо нам ничего. Но уже так крутое. Секунды, два перезарядка, два урона. Да, вот телекобру тоже нужно. Так, а сколько у нас вообще аптечек? Ну, пока вроде неплохо. Да сдохнет уже. Тут стазис еще бесконечный? Так, понимаю. Или заряд минимум тратить. Все? Ящик, ящик есть. Хочу взять. Все, берем. Где-то еще ящик был. О, вон он там. О, как далеко. Да, достает. А нам куда? Нам куда-то сюда. Ой, темно, я не вижу ничего. Это я знаю. Экономия патронов. Сколько у меня боеприпасов вообще хоть? Ну, так себе, ладно. Потом подкупим. Все на максимум. Две вниз, одна вверх и одна вниз. Блять. Не испугал еще парень. Не реально испугал. Слушай, а мне пока нравится это оружие. Времени, чувак испугал меня. У меня одна птичка осталась. Так. Вроде так. А я на секунду задумался, какая там этот? Вторая по счету должна быть. Палочка вверх или вниз. Там. У меня этот сразу испугал меня, паразит. Глава 17. Убей или будь убитым. Машина инопланетян. Так, частичок можно продать. Электрошоковый модуль. Кислотная ванна. А нам куда? Чего? Да, непонятно. Испугал, я тебя даже не заметил.
Ух. Сейчас аптечку сделаем. Все равно сделаем. Испугали меня, сволочи. Да, мы в самом сердце. Взрывная мощь. Радиус поражения. Кислотная ванна. Радиус поражения от взрыва. Давайте кислотную ванну попробуем. Все, я уже ничего больше менять не буду. Сейчас, да. Сейчас да продам, что мне тут осталось. Ой. Вот эти вообще тоже бы продать. Они не нужны нам. А тут тоже сколько всего. Подзарядка. Усиленный огонь. Так. Так. Три дальних диафраг. Все. Все допродали. Ух, 11 000 металлолома. Охренеть можно. Зато соматического геля нифига нет. Создаем ее максимально. Не жалко. Пока так. Да уж. Чего у нас там? Нет, я хотел инвентарь посмотреть. Ну не все, ну круто, круто. Аптечек бы еще. Был бы совсем шик. Вот карточки, я не знаю, попробовать. Ну, вряд ли подключится мне. Ладно, идем дальше. Что сейчас какая у меня сложность, ведь тяжелый стоит, правильно? Не думал, что у меня такой сложности будет. Так все круто. Сюда, да? Ой. Немножко постреляем. Блин, ну круто, круто, мне нравится, прям в удовольствие.
Так, сюда. Че, загадка опять? Две вниз, одна вверх, одна вниз. Типа так? Да. Давай вот тут дверь открываем. Дверь будущего, да? О-о-о-о. Какие места, блин, это... Жди засады. Я уже кого-то слышу. Мне уже страшно. Да, с этим оружием сейчас походим. Вот, а. Пусть будет. Пять тысяч из патронов. Твою мать. Ах вы сволочи, сразу несколько. А у меня не появилась буква Е. У меня буква Е почему-то не появилась. Я думаю, это меня просто уложило, а он, оказывается, это меня еще что-то там пытался изнасиловать. Давайте, твари, поиграем. С тобой что? Контуз? Начинаешь перезаряжаться, как всегда. Все-таки защитный кожух круто. Спать, сука. Ты не понял? Да, есть пробелы, конечно. Не то, что пробелы. Есть сложности в убийстве. Не так все просто, конечно, убивать. Потому что у меня сложность высокая. Так бы оружие вообще разрывало просто. Что? Аптечек нет? Ого. Ненормально. Плохо. Что будем делать? А сейчас еще кто-нибудь на меня выйдет? Это мало? Ну все лучше. Я забью аптечками и этим инвентарь. Нам сюда куда, да? Ништяк. Одна вверх, одна вниз, две вниз. Блин, одна вверх. Одна вниз. Так что ли?
правильно. Вот так, да. Ну, блин. Стоп. О, что-то отпустил. О, аптечка. Неплохо. Аптечка — это хорошо. Ну. Может так вот? Я что-то уже забыл, какой мне надо. Ну что, на этом моменте мы, я думаю, закончим эту серию. Долго возился у станка, но ничего, там осталось совсем чуть-чуть. В следующей части мы продолжим прохождение. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Всем пока.